Я рада приветствовать вас на своем канале, мои дорогие, любимые люди. Так, сегодня у нас расклад. Все уже сделали расклады начала месяца. Что у нас ждет вас? Ну и меня, я тоже загадаю одну из позиций в течение этого месяца. Что самое важное откроется, какие перспективы, в общем, что будет, что было, куда идти. Все-все-все, что важно вам услышать здесь и сейчас, в начале, да? Месяца, прекрасного и удивительного летнего месяца. Июль, жаркий июль. Так что три позиции, загадываем. Три позиции у нас, да. Так, камушки. Давайте выберем камушки. Это, кстати, амазонит. Камень амазонок. Первый вариант. Кто у нас такой амазончатый? А вот здесь будет вот такая моя любимая палочка. Для чистки сердца и всех застрявших чувств в нашем теле. Вторая позиция. Вот. Прекрасный аметист. А здесь у нас будет вот такая вот... Смотрите. Сегодня еще дети у меня тоже нашли. Это вулканическое стекло вот такое красивое. Смотрите, оно как будто... в форме сердца. Ну, не совсем ровного, но все-таки, да? Как еще можно посмотреть? Очень красивое. Или какого-то материка, да? Африка, точно. Третья позиция. Вот разные камушки. Выбирайте свой вариант. Первый, второй, третий. Начинаем. Так. Первый вариант. Что же здесь из потока идет нам на этот месяц для первого варианта? Десятка жезлов. Десятка жезлов — это, знаете, такая прям задачка. Решение многих задач. Интересно, с чем связано. Посмотрим. Кстати... Если в этом месяце вы подойдете с умом, таким, знаете, трезвым, причем, несмотря на то, что вы, может быть, и девочка, хотя если меня смотрят мальчики, то вообще супер. По королю мечей, понимаете? Даже не по королеве мечей, а по королю мечей. Такая мужская стратегия. То есть у вас накопилось за какое-то время много задач таких, вот, понимаете? Вот прете все... тащите, пытаетесь решить, где-то получается, где-то нет. Здесь говорят о том, что если вы хорошенько подумаете, сядете, распишите, даже вот здесь мне идет из потока прям вот, знаете, план каких-то действий. Вот знаете, когда много-много задач, и ты такой испытываешь стресс и переживание какое-то, потому что просто не составил вот эту вот таблицу. Иногда так вот перед экзаменами удобно, знаете, да? Перед какими-то авралами люди тоже создают и начинают писать прям список. Делать это, делать то, делать все, а потом зачеркивают, да? И быстрее как-то видно, и уже такая радость от исполненного, даже по мелочи какие-то вопросы. В общем, у вас накопилось много задач. Все вы их решаете, но уже так довольно-таки тяжело что-то идет или запутал, внутренняя какая-то запутанность и стресс. Вы очень быстро их решите, если вот, как я сказала, все хорошенько продумаете, стратегически прям, и распишите это. Посмотрите, что важно, что сейчас важно, что потом важно, последовательность вот этих задач. И тогда прям ускорение пойдет. Так, а куда это приведет? Так. Это очень сильно вам поможет вот из стресса выйти, такой по пятерке мечей, страх,
разочарование, не получается, не успеваю, вот такое вот тоже добавляется в туз кубков, понимаете? Очень быстро вы сможете все решить, вот делая такой процесс. Вот это совет прям на месяц. Опа, да. И на самом деле вы будете очень сильно радоваться, понимаете, туз кубков, каждая выполненная задача. Причем мне идет из потока, что решения будут находиться прям классные, простые. Вы даже будете думать, а что я раньше не догнал? Боже, так все просто, вот здесь расписал, здесь вот так надо, здесь так. Знаете, какая-то вот как трезвость сознания прям приходит и понимание. Просто вот главное подышать, выдохнуть вот этот стресс, знаете, и такая, потом сконцентрироваться, да, сначала выдохнуть, потом сконцентрироваться в короля мечей на самом деле. И четко вы прям увидите, как действовать, и очень быстро разрулите все задачи, которые вам казалось, господи, что же делать? Как же это решить? Вот так. И получается, мне вот это идет, даже если сейчас это уже движение пойдет у вас, да, в начале месяца, уже в середине, да даже нет, каждый момент, который вы будете решать, они прям быстро будут решаться, да, эти вопросы, вы будете их закрывать, какие-то моменты такие будут открываться, знаете, по ходу движения, как еще там докрутить. И вы будете прям радоваться с каждой выполненной задачей. И такие в конце месяца ощущение идет такого, ну, я не знаю, королева кубков, да? Такое кайфа. Что еще? Знаете, опять об этом же продолжение немножечко. Много задач каких-то вы поставите таких, связанные с материей, с реализацией. Вот мне идет прям с реализацией. Опять пересмотрите, что еще пересмотреть. Что вам мешает, что старое, что отжило. Кстати, идет рекомендация, так вот вы маг, да, вы такие, все. Так, я берусь за дело, что нужно. И здесь еще очищение пространства, чтобы пустить свободную энергию. Кстати, материи прямо идет, знаете, вот типа из серии вот это выбрасывать старые вещи, рекомендация. Почистить там все, я не знаю, дома, в гаражах, еще в каких-то моментах, там в машине, на работе, в документации. Вот уборка прям идет, такая вот генеральная уборка, знаете, и в голове, и в реальности, прям в реальности тоже. Вот по этим картам это, конечно, прям конкретно брать что-то и делать. Итак, шаг за шагом. К чему это будет приводить? О, десятка кубков. Опять, понимаете, вы решаете вроде задачи такие все, материальные, как сказать, рабочие. Что-то там налаживаете, убираетесь, понимаете? А у вас везде радость, чувство наполнения, эмоциональная переполненность. Прям по десятке кубков, ну, вообще будете довольны, понимаете? Реально чистка такая идет, причем такая осознанная, продуманная пространство. Угу. Десятка кубков. Также мне еще здесь говорится о том, что здесь могут быть такие личные какие-то вещи. Ну, то есть здесь могут быть какие-то личные моменты, это в отношениях с какими-то людьми. Вы прям поймете, что мне бессмысленно уже общаться с этим человеком. Ну, мне звонит какая-то подруга, почему-то вот так идет. Ну, может быть, не хочется человека обидеть, но вы как-то потихонечку так раз-раз не будете втягиваться в этот разговор, который вам не интересен, надоел. Вы понимаете, что вы здесь теряете энергию, вы обсуждаете какую-то ерунду, ну, чтобы поддержать разговор. Такое ощущение, что вы вот, меня не радует это. И найдете еще решение, как это, ну, в принципе, со многими, в большинстве случаев, сделать мягко. Знаете, так, мягко съехать. Не совсем растождествиться с этим человеком, у меня вот такое чувство идет. Не совсем его покинуть. Ну, хотя и такие вещи могут произойти, да. Но здесь все равно рекомендация как-то мягко это делать. Вы знаете, даже вот научиться этому. Не грубо, уйди от меня, мне плохо, мне это самое. А вот именно как-то
самим, знаете, не втягиваться. Здесь есть такое, что если вы даже с подругой, почему-то у меня вот этот пример идет, обсуждаете какие-то вещи, она звонит, вы вроде в своих делах, вам без разницы до этих сплетен, но нет-нет, вы сами втягиваетесь. А вы так раз-раз переключили, знаете, разговор, и что этому человеку уже неинтересно вам звонить, потому что вы не поддерживаете эту беседу. Не знаю, как будто вот у меня идет такой почему-то пример, наверное, у кого-то прям есть такой вот, что вас втягивают в какие-то разговоры, которые вам на самом деле неинтересны. Но вот эта вот привычка, и что-то внутри еще тоже остается, то, что вам тоже хочется на эту тему там посплетничать, еще что-то там. Ну, в общем, вы поняли. А что по старшему суду? Да, и новое движение. Вот здесь еще у людей открываются какие-то новые возможности, новое движение, какое-то возрождение. Какие сферы? О, да, и колесо фортуны еще. На самом деле, вот этот момент не участвовать в обсуждении чего-то, как я сказала, какой-то очень важный. То есть у вас есть какая-то зацепка общаться с теми людьми. Вот нужно тоже понять, что у вас именно, понаблюдать за этим разговором, например, да, вот с человеком, который вас куда-то втягивает. Вам это уже не нравится. Но засечь ту часть, которая тоже к этому привыкла, да, и так поговорить ее и растождествиться. Тоже привыкла, тоже есть этот элемент, там кого-то обсудить, еще чего-то, и вы уже там, а потом сами злитесь и на себя на самом деле, и там, например, на подругу. Но это как пример, вот что-то вот такое идет. И вы сами очень так здорово понимаете, что же у себя зачистить, что меня втягивает в разговоры, в действия, в общение, в какую-то коммуникацию почему-то идет, вот в какую-то коммуникацию, там, в семье, еще где-то. У себя понаблюдать внутри. Потому что когда у вас внутри вот это вы как-то разберетесь и так вот спокойненько признаете, это отпустите, сделаете выбор уже за новое, потому что, ну, это уже как-то не ваше, но вы еще вроде бы и участвуете в этом, то у вас прям открываются колоссальные возможности. Это прям момент испытания и такого возрождения и движения вперед по колесу фортуны. Да. Переоценка вот своих каких-то моментов, опять сознательный подход, переосмыслить свой подход в коммуникациях, которые вам не нравятся, что вас там держит, какие ваши выгоды в этом. Вот какие ваши выгоды слушать какую-то жертву, ну, вашего спасателя, да? Или наоборот, какая ваша выгода, что вам кто-то позвонил, ну, это как примеры, знаете, ну, такие базовые примеры, которые мы можем, ну, алгоритмы, которые мы можем засечь на самом деле. Они, вот этот треугольник Карпмана, как говорится, он же везде присутствует. И в каждом моменте, в каждом какой-то коммуникации, как только мы это отловили, мы немножечко поразмышляли, сделали выбор, провели какую-то, как сказать, отстранились так потихонечку, да, без обвинения другого человека. И такую интоксикация уже произошла, и мы такие с признанием вышли из этого, понимаете? Именно личное осознание, личная ответственность за то, в чем вы участвуете, вам уже не нравится. Вот такое. Угу. Тройка жезлов. Да, это движение, вот вообще колоссальное движение в новое. Вот представляете, вот здесь реально вот такая работа над собой даст движение в новое и выведет вас из многих вот каких-то вот ограничений своих личных. Из какой-то печали, разочарования, из луны выводит это. Но вы прям будете чувствовать себя прям вот на волне. Проявлено так. Королева жезлов мне прям такая идет еще, знаете, прям. Она почему-то даже не то, что такая яркая, огненная сейчас, а знаете, какая? Как-то классно, я победила в себе вот это. Так еще мягенько. Как-то вот я молодец в хорошем плане, знаете. И такое спокойствие. Такая уверенность и спокойствие. Такое, знаете. Так классно. Не знаю, как передать. Угу. И вон девятка пентаклей. Вы будете очень самодостаточно себя чувствовать. Я говорю, вот это вот почему-то идет. Хоть и королева жезлов. Ярко и самодостаточно. Проявлено. Так, как мне надо, знаете. Здесь победа над собой будет. Другие люди вам будут только засвечивать, но у вас как будто уже идет вот это отвержение каких-то контактов.
Ну, по первому варианту все. Вот такие рекомендации на этот месяц. Все, кому отзывается уже внутренне, да, чувствуете, или когда пройдет месяц, расскажите мне, какие у вас процессы происходят, я буду очень рада послушать. Ставьте лайки, подписывайтесь, конечно. Так, второй вариант. Что ждет? Ой, в этом месяце двойка жезлов. Мне говорят люди по этому варианту немножечко подзависли в выборе. Причем вот это вот в этой колоде, это, конечно, видите, как две вороны приклеились друг к другу, да? Они, в общем-то, целый мир, и вроде бы нужно двигаться вперед. Но здесь так она интересная, она даже вот как тройку напоминает. На такую своеобразную. Хочется еще. Победа. А что хочется? The Fall. Здесь людям по второму варианту хочется какого-то вот обнуления какой-то истории, я вижу. Даже, скорее всего, любовной, знаете. Вот какое-то созревание. Мне прям идет даже как картинка, так вот энергия. Как будто вы в связку в какую-то с кем-то вошли. И так хочется вот, ну, победить. Это не то, что я сейчас вырву кого-то там из сердца или еще что-то. Ну, как-то вот так вот, чтобы вот мир вот обнулил вот это вот все, да, вот можно было бы разойтись, как будто в этом и есть победа, вот знаете, в правильном таком вот освобождении друг от друга. Что-то мне вот любовное идет по этому варианту. Да, Паш Кубков говорит. Какая-то привязанность очень нежная, такая красивая. Туз кубков. Видите, чувственность какая-то пошла. Понимаете, здесь даже вот какая-то интересная тема, что даже вот рекомендация идет. Вот действительно, это вот такая вот внутренняя, как сказать, проработка, готовность. Разъединяться, это вообще полезно всем, даже если когда люди вместе, да, в паре. Разъединяться, чтобы поистине познавать, да, себя как личность, другого человека со стороны смотреть. Ощущение, иметь возможность отпускать и благословлять человека на его личный выбор, сохраняя при этом любовь. Это непростая задача, потому что очень много нашего всего вмешивается. Но зато мы можем в этом отслеживать нашу вот эту вот власть, наш контроль над собой, над другим человеком, который прикрывается различными темами. Я там хочу тебе как лучше. Ты разве не видишь, что нам вместе хорошо, даже если это так, как бы и так далее. Какое-то есть вот это вот жажда человека, вот знаете. А здесь такое ощущение, что эта жажда, она уже такая... Вроде как иссякла, знаете, по-своему. Но сама привычка быть в этом контакте такая сильная. Или хочется, чтобы это уже вот так вот вы мягко отпустили, а потом посмотрели со стороны. Все, оно разошлось. Ну, правда, так бывает, да? И человек уже как часть вашей истории. Ну, вот эта любовь, как часть вашей истории прекрасная осталась. Вот хочется вот так. Или оно так вот разошлись, а потом раз, как-то история раз, и опять, но уже на новом каком-то обновленном ключе, понимаете, произошла. Вот что-то вот преобразилось и внутри вас, и, может быть, коммуникация с человеком произошло. Но вы не рассчитываете на это, понимаете, да, я вам следующий этап рассказываю. Он может быть и таким вы принимаете обе стороны. Вот здесь идет... Я принимаю то, что я никогда не буду с этим человеком, но я всегда буду его любить, вот знаете. Не знаю, есть ли у вас такое, что вы можете вспомнить какого-то любимого своего человека, которого вы любили, и до сих пор, если вы вспомните, вы его любите. Да, конечно, вы совершенно даже понимаете, что вот если вы даже его встретите там, и так далее,
Но навряд ли там все уже по-другому, и даже лучше, может быть, и не видеть. Но в вашей душе такая любовь все равно сохраняется за то, ну, за то, что он был, за то, что какие-то вещи, чувства вас открыл, какие-то события, трансформация для меня, например, очень важна, да, со мной происходили какие-то изменения, я что-то познавала, вот такое. И здесь у меня такое ощущение вот подобных историй, которые не, ну, нелегко отпускать. А здесь прям рекомендация отпустить все на свободу и смотреть, что будет, и будь, что будет. Сохраняя любовь, да. Колесо фортуны уже требует нового поворота, вот эта судьба. А куда, не знаю. Но вот это вот как-то почему-то у меня идет здесь ощущение такой свободы. Такой свободы. Вообще выход идет. Вот здесь прям энергия идет. Выход на реальную вот эту вот независимость при сохранении любви. Эта любовь даже становится еще красивее. Такое ощущение. Да не надо. Ну, так идет фраза еще, да не надо подходить, что-то строить. Даже вот такое возникает чувство, еще что-то там, чтобы вот это чудо такое сохранилось, знаете, в моей внутренней истории. И я на это согласен. Но в то же время здесь, я говорю, здесь 50 на 50, и перерождение даже этих отношений тоже возможно. Но такое чувство, что именно как вот волна, да, вот настолько отпустить вот эту волну, знаете, как вот отлив, вот сделать вот этот прям отлив, и потом может быть прилив. Я не знаю, этим приливом прям раз, и прилетает даже этот человек, ну, с которым вот эта вся история происходит. А может быть, не прилетает, но прилив все равно будет. Из каких-то событий, людей, из радости я вот так здесь чувствую. Здесь почему-то я сижу, и мне так хорошо, правда. И в этом месяце вот это вот как будто вот оно, вот оно, вот оно, вот оно происходит, оно уже происходит. Лето как-то, праздник, как будто человеку мир, вот если он так двигается, как я рассказала, да, дает эту возможность, и начинаются какие-то, вот у меня прям картинки по этому варианту очень хорошие. Ой, ну так тяжело, не могу. Картинки такие летние, прогулки, друзья, чего-то такого много. Все так радует. Как-то и некуда, нет, ну и невозможно грустить. Пропадает какая-то боль, зависимость. Вот это все обнуляется, само по себе приходит. Так прекрасно. Это очень красиво. Это по-настоящему. Но при этом вдруг раз вы вспомнили человека, и так легко и прекрасно, и любовь осталась. Боже. И колесо фортуны разворачивается. Сейчас еще хочу. Блин, здесь так интересно. Разворачивается, причем мне показывают, как историю... вот этого прошлого вашего, как вас тащило вообще, как вас тянуло, просто дьявольская тема какая-то, какой-то кажется, не кажется, обман, самообман, как бы весь мир, как ложь какой-то, как какая-то иллюзия, не знаю, по силе тащит невероятно. Тяжело, непонятно. Дьявол такой, цепями созависимости, да? Вот прям, прям до бесконечности крутит, 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 крутит. Как сейчас будет? Девятка. И закрывает, да? Но это вот прошлое мне показывают, или даже если кто у кого-то еще сейчас остается, да? И закрывает вот в этом каком-то... круговороте, не могу разобраться, кажется или нет. Вы знаете, да, тут какие-то прям такие нереальные качели, как бы тяжеленные. И потом вот закрытие в этом во всем долгое какое-то было. И потом вот это вырывается как бы звезда. Но звезда... и заканчивается...
Ого, сколько всего заканчивается. Обалдеть. Тут, короче, идет по звезде, прям по судьбе. Идет какая-то такая необыкновенная трансформация. Ну, не знаете, что? Не болевая вот это вот, как будто вот там вот что-то проходили. Вот здесь было, где с дьяволом такая трансформация, мясорубка, качельки бесконечные. Кажется, никогда из этого не выйти, как-то надо решить. Вот с отношениями связано. А потом раз, и как будто по судьбе вот это вот. Ну, вы здесь тоже много чего делали, тоже не просто так, раз, раз, раз. Но все равно, как вот это вот круговорот этот раз, звезда четверки, главное, жезлов, идет какое-то такое принятие ситуации, да? И даже вот это еще не то, что принятие, еще идет надежда вот этой вот, объединение какая-то. Вы прямо здесь уходит по страшному суду, уходит десятка мечей, пятерка пентаклей, подвешенная ситуация. Что у нас тут? Четверка кубков, да? Не пентакли, пятерка кубков, пятерка, четверка кубков. Вот это все подвешенное в состоянии какого-то, все равно горя какого-то внутреннего, понимаете? Такая любовь вроде бы, а все обстоятельства как горе. Вот оно все вот так тут раз, и по страшному суду тоже возрождение идет. Правильно? Правильно. Правильно? Правильно. Мир, я говорю. Вот страшный суд и мир друг за другом. Вот они две, да? Завершающие карты, они прям вместе. Вот она, ряд. Девочки, мальчики, все, кто в это попадал. Вот здесь какие-то мне умнички идут. Двигаются. Вот скоро вот... Вот это вот крутилово, которое у вас было, да, вот это любовное, и вот там разрыв какой-то, еще что-то, невозможность, а, и тяги различные, и переживания от «люблю да ненавижу», «хочу туда-сюда», ну, в общем, вы поняли, кто чей это вариант, а что я вот это вот загоняю странное, да. Здесь прям идет, аннулируется вот это все. То есть вы там какие-то выводы сделали, переколбасились, оно тоже не вечное. Вас прям выводят в новый мир. Угу. И вот, как я сказала, вот это вот так обнулиться, знаете, так классно. Вот в этом месяце что-то такое должно произойти. Может быть, еще мне показывают, растянется, как бы будет идти. Но вы здесь уже будете чувствовать колоссальный приток вот этой энергии свободы, энергии аркана мира, да. И оно будет наполнено вот любовью. То есть вы нигде не убьете любовь. Она будет вас переполнять. Вы не будете ничего ожидать ни от кого. И мир как бы будет вам давать. Здесь очень приятная энергия, просто божественная, честное слово. Настолько красивая. Я просто передаю вам эту энергию. Вот мне даже не хочется болтать на этом варианте. Там будет все из каких-то таких нюансов, но это состояние души, которое уготовано вам уже. Для тех, кто вот вообще способен вот это вот состояние души, его желать, знаете, прощать здесь, любить, несмотря ни на что, и отпускать себя и другого человека. Вот такие вот энергии идут, прям как эти расходятся, знаете, как от камушка по волне такими волнами. Здесь человек почему-то вот начинает жить в какое-то состояние волнового человека, да, такого. Мы все волну несем разную, но эта волна такая классная, когда у меня так вот здесь сердечко стукнуло, а по всему миру любовь разошлась. Вы прям будете чувствовать, она раз об границы мира ударилась, да, а потом опять назад вернулась благостью и радостью. И вот так вот. Ой, какая хорошая позиция. Прям меня аж прям тут это поднакрыло кайфом, честно скажу. Вообще. Даже вот не знаю. Я вас поздравляю, двоечки. Я вам этого желаю. Пишите, как откликнулось. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Жду вас. Троечки. Прекрасные троечки. Кто выбрал вот это вот чудо?
Вулканическое стекло. Ваш мечей, что случилось? Что происходит, троечки? Что происходит у нас? Опа! Мы в бою, да? Мне почему-то идет. Мы в бою. Мы сражаемся. За что же мы сражаемся? Ха. Ха. И четверка мечей. Я такая, только такой туф, импульс сражения веду. А что меня откидывает этой четверкой мечей? В чем проблема? Здесь кто-то у нас сражается за свою стабильность, обороняется. Я думаю, что такое странное, да? Мне почему-то, типа, сражение за что-то двинуться вперед. Но у меня возникло. Это, видать, знаете, какие-то, как мои ассоциации, что такое сражение. Почему-то вот, ну, на данный момент, что ли. А потом я раз такая, меня как бы обрубает. И я понимаю, что сейчас человек за что-то сражается, за что-то держится. Мое никому не отдам, не подходите. Не знаю. Мой мужик, моя семья, мои это, мои правила, мои все, короче, я знаю. Стабильность какая-то, зона комфорта, которая как будто идет извне такое что-то. И даже изнутри кажется, кстати, наполовину еще идет тема, кажется, что отберут. Знаете, когда мы с собой сражаемся, никто у нас ничего не отбирает, но у нас только страхов и комплексов там в голове мы боимся. А вдруг произойдет это, вот я деньги коплю, ага, и постоянно параноидно буду следить за там курсом доллара, понимаете, да, вот такие какие-то процессы, еще что-то, столько стресса, блин. В любой момент придут и отберут, вот такое идет прям. Я на чеку, я сражаюсь. Если у вас есть такие вот эти состояния, значит, это ваш вариант. Если вы такие, да дождь, вообще все не так, вообще у меня такого нету. Не знаю, о чем ты говоришь. Значит, не ваш вариант, выбирайте другой. Все, что нажито непосильным трудом, не отдам. Вот так еще идет, знаете, да? Три магнитофона, три, что там, кожаных куртки. Это же надо. За что еще сражается? За материалку какую-то прям тоже, ага. Это что у нас? По справедливости, а что будет? А что нужно делать? Сейчас, подождите чуть-чуть. Здесь какая-то тема, ну, сами там смотрите, что у вас происходит. Здесь такая тема, что отпустить что-то, вот, понимаете? Причем, вот, ну, то, что я говорю, вот, отпустить там, может, не все, я не знаю. Но вот это вот свою какую-то, вот это страх потери опять идет. Страх потери. Страх и чувств, и материалки, блин, опять этот страх идет. Но по справедливости все равно мне показывают, уже приходит обнуление, знаете. Что-то, что еще хотят человеку рассказать? Башня, я так и чувствовала ее, ну, прикиньте. Вот прям чувствовала, говорю, башня идет, да? Обнуляет башня. Ребят, тут действительно надо пересмотреть какие-то вот свои, так скажем, прям... Жесткие убеждения, что ли, мое. Кто-то держит человека, даже внутри, а кто-то и не внутри, а просто. Чувствует, если признается, что, ну, уже как-то история закончена, да, привыкли, да, могут быть какие-то... У меня почему-то вот так идет, как будто я с какой-то женщиной разговариваю. Ну, и приходят, и встречаются тоже. Что жены бывают мужей, да как же так, он мой, он мне там обещал, и начинает вот как... Ну, вот это вот мое, вот это здесь жесткое такое мое, как будто и в человека вцепились, и в материю, и все там страшно. И у кого-то даже семьи, и у кого-то с той стороны, да, бывают, мне пишут. Вот, они так и на меня делали, там какая-то обида. Блин, вцепились во что-то, что-то не то. А мир, короче, сейчас будет рушить это. Придет
и по силе прям по самому дорогому чему-то будет фигачить. Причем по справедливости. Ой, нога как чешется. Нога чешется, потому что идти нужно, идти вперед, нужно отпускать, надо не держаться. Ребят, блин, тут нахлобучка как бы конкретный для тех, кто что-то удерживает у себя прям внутри своей личности даже человека. Тем более, если так тут делает. Посмотреть, чем вы еще манипулируете, что удерживаете, что боитесь потерять там в материи. Пересмотреть это. Я не знаю, тут у каждого свое. Тут у меня и люди идут, и какие-то там финансы у кого-то прям тоже много. И с людьми финансы вот это завязано. Что-то семейное идет. Прям. Ну, а тут все, короче. Мир будет как-то очень неприятно забирать, потому что мне прям идет по пажу кубков, как у ребенка малого вот так тут. Знаете, ребенок не слушается. Вот мне идет прям картинка. Ребенок не слушается, и ты вот, бывает же, да, мы все, кто родители, знаем, и так ему поговорил, и так, ну не надо тебе вот это вот столько есть, или еще что-то, или одеться надо. Ну какой-то совет, рекомендацию там. Или забрать что-то хотим, да, уже слишком много, там смотришь мультиков, еще что-то, он маленький, а он в скандал уходит, один-один. И ты нет-нет, вырвешь этот самый, как его, прибор этот, да, ну вот, телефон, например. Вот что-то из этой серии. Вцепился, понимаете? И это принесет как боль, как ребенка. Он, меня обидели. Вот это вот. Вот это может произойти здесь, вот по третьему варианту. Человек за что-то цепляется. И будут, если забирать, а по справедливости забирают высшие силы. И причем уже показывали неоднократно, что человек цепляется, что он себя как паж мечей тоже ведет, знаете. Типа, мое не отдам. Вот так тут, знаете. Что-то такое вот, есть какая-то вот как незрелая позиция в каком-то отношении. Я, конечно, очень извиняюсь, но вот здесь вот такая энергия. Понаблюдайте, может быть, не во всем. Бывает иногда один какой-то момент, и вот мы вцепились. Недавно вспоминала, я так в кошку свою вцепилась, которая потерялась. Год не отпускала, там мне уже выше вот так тут, там так надо было еще что-то. А я прям чуть ли не на них вот так вот. Да как вы можете, отдайте мою кошку? Я, ну, это вообще, эта история была как такая. Я вот сейчас со стороны смотрю, я думаю, я ни во что так не вцеплялась. Я вцепилась, правда. Мне там уже и кота подсунули, похоже, на эту кошку, какую-то инвалидного. Потому что я каждый день ко мне, сказала, принесли. У меня там с детьми что-то начало твориться. Я прям чувствую это, а я видеть даже этого не хочу. Отдайте мою кошку и все, моя. Вот так у меня было один раз. Прям так сильно, как никогда, правда. Я, по-моему, ни за что так не цеплялась. Как за свою Масю, которая случайно выбежала на трассе. Без меня это было в пробке. Капец. Я помню, в Крыму была, а муж ехал на дачу. Вот сейчас расскажу. И она подумала, что муж уже приехал до дачи на нашей. А она это, так вот, тоненькая такая была. Она пушистенькая была, вроде такая маленькая, пушистенькая. Но сама по себе, если ее помоешь, вообще худышечка. И он, пробка эта была жуткая, там дорогу делали, жара же, лето, он чуть-чуть так приоткрыл, вроде небольшое. И они остановились, и в пробке чуть-чуть постояли, а нахренакс, а туда в сосны в эти. Между там Покровом, я забыла вот это место, километр какой. Боже, я там просто прописалась, я потом год искала кошку, каждые выходные я ездила, всех достала этими объявлениями, я не знаю, какой округ там обклеила. Какая-то ненормальная тетка с грудным ребенком, там Жанне 6 месяцев, по-моему, было, с детьми каждые выходные, блин, с этой кошкой, блин. И подобрала сколько их, половину еще спасла по дороге, это нечто было, да, я настолько вцепилась, это было ненормально просто. Вот здесь мне вот такой же энергии отдает. Здесь что-то нужно отпустить. Если человечек проработает, вот это вот так вот отпустит, что тогда? У каждого свое, вы это чувствуете, знаете. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Здесь что-то вот я спрашиваю вроде бы одно, а хотят рассказать что-то другое. Вообще этот процесс, если будете это отпускать,
как бы уравновесит вас, поможет вам разобраться, что вам нужно, что вам не нужно, куда вам двигаться, знаете. Включится королева мечей, но такая она здесь мне нравится. Спокойствие нужно, вот знаете, спокойствие такое. А по Луне, главное, идет больше не страхи, а успокоение почему-то с королевой мечей. Она как будто разбирается в этих страхах своих. Вот в причинах следственных связей, связях вцепиться за что-то вы вцепились. А так, ну, случилось, это уже должно уйти. Не сразу бывает нам все видно, что да почему. Но выход из детской позиции «хочу и все, мое». Вот с кошкой я точно такая, прям. И вы так вот потихонечку начинаете, потому что мне вот по Луне идет почему-то детство, да, какие-то моменты, страхи различные. Здесь, кстати, можно, если не уходить вот в эту жертву и в такого агрессора тоже, мое и все там, не хитрить вот это ни с собой, ни с другими людьми, ни с пространством, а прямо понять, а что меня удержит? Что создает эти состояния? Чего бы я боюсь? Вот, ну, вот такие вот вопросы задавать. И вот это в Луне, это детство какое-то. Это какие-то вот бессознательные процессы и страхи. Из этого вы как в ребенка входите вот в этого такого напуганного. Почему-то так. Да, такое внутреннее сражение. И опять у нас вот три варианта, и везде присутствует страшный суд, понимаете? Страшный суд. Который тут что у нас? По жезлу. Королева Пентакли. На самом деле, если вам удастся вот это вот проделать, да, то вы, в общем-то, выходите, там тоже было очень много по Пентакли, как будто моложение мне, мое, знаете, вот это материальное. Но по факту вас через вот это вот все, да, вот эту проработку отпускания, проанализировать ту боль, за которую, почему вы держитесь за что-то. Да, конечно, тут включить такую вот королеву мечей, такую рассудительную, она причем добрая здесь такая, проанализировать все эти страхи. Вот это вот, увидеть, какие части в вас сражаются, да, как напуганные вот за что-то, вот в материи. Это и люди туда могут входить, вот все-все-все. И не знаю там, чтобы уйти, надо что-то оставить, знаете, как у мужчин бывает. Да не только у мужчин, у женщин. Я хочу той свободы, мне нужно оставить это и это. Ну, какие-то материальные вещи. Они сразу и это хочу, и то, и рыбку съесть, и все остальное вы знаете. В общем, вот это вот все. Здесь как будто вот нужно чем-то пожертвовать и понять, что это вас ограничивает и загоняет в какую-то ловушку. И вы-то идете так на самом деле к королеве Пентакли, угу, к победе, понимаете? Это будет победа. Причем тоже пентакливая. Возврат своей ценности. Осознание своей ценности. Ощущение своей ценности. И даже вот идет как из потока то, что вы вот так вот отпустите сами. Вот жизнь заберет все равно. Я вам серьезно говорю. Здесь, блин, 100% сценарий идет, когда вот как у ребенка будут вырывать этот телефон, и он будет орать. А по доброй воле он не хочет, там положено время, вот столько-столько. Поняли, да, вот этот психологический момент? Если вы сами это разберетесь, пройдете, осознаете, растождествитесь тем, что вас цепляет. Да иногда просто заметить нужно и все, и такой, блин, что это я? То трансформация вот по страшному суду, она идет к вашей вот... Ну, королеве Пентакли, это всегда это такой уровень, понимаете? Из каких-то вон пажей мечей, пажей кубков перепуганных. Все, что вам кажется, вы сейчас имеете, за что вы держитесь, это вообще не то. Потому что по королеве Пентакли вас и ведут. Дьявол, да, скажи, ведешь, да? Да, прям к солнцу, понимаете? К своей какой-то такой, ну, высшей какой-то самодостаточности, знаете, такой вот прям... Ощущению такой радости жизни, победы,
Победа вот над своими вот этими загончиками. Вот в чем дело. А королева Пентакли такая, вот если ощущение взять человека, который вот проделал такую работу, да, вы прямо удивитесь даже, какие идеи у вас будут приходить. Как вы мир по-новому будете видеть. Как вы со стороны назад так посмотрите. Боже, я еще за это цеплялся. Ну, как я с кошкой. Хотя, конечно, там столько любви, но я все равно смотрю и думаю, блин, ну неадекватно себя вела, правда. Ну, больно бывает вот так вот цепишься. И у вас что, тоже что-то такое. Да. Вас ведут к королеве Пентакли. К такой, которая спокойно, все понимает, что у нее всегда есть. Что ее от нее никуда никогда не уйдет. Из-за этого спокойно. А если уходит, то не мое. Или уже пришло время, как бы, да, разойтись, оставить там какие-то гармоничные отношения на таком уровне, на таком. И бывает, иногда прям материю какую-то забирают. И тоже какой-то философский больше подход у личности будет. Никогда. Вот здесь еще страх какой-то, почему-то идет страх бедности, еще каких-то таких моментов у меня тоже считывается. Вот страх такой, не знаю, даже вот за мужа какого-то нелюбимого вцепиться, потому что он тебя обеспечивает. Вот такое, знаете, вот, ну, вот как примеры вам набрасываю. А на самом деле это вас и делает нищими, понимаете? Страдающими. И все равно оно забирает там. Еще какие-то идут, видать, водные. А так вы свою какую-то ценность обретете, научитесь чему-то, победите, да, вот это вот все. Угу. Туз Пентакли, понимаете, совершенно вот другие шансы будут даваться. Отпускайте, что вас жизнь набирает. Посмотрите, за что вы цепляетесь. Еще раз рекомендация. Вот я сейчас уже, когда не вот в этом, ну, вот в этой части потока сижу, а вот в этой, туз этот держу. Вот. Энергия туза Пентакли. Да, сразу смотрите. Королева Пентакли, победа. Я чувствую здесь личность сейчас, вот в этой точке. Личность. Такой, знаете, вот когда человек такой прям, ну, такая плотность внутренняя. Не то, что тело даже, но и тело тоже в пространстве, оно тогда такое считывается, знаете, здоровым, стоящим на ногах, без страхов, без сомнения, без какой-то дерготни, без паранойи, что у меня что-то заберут, а я вот сейчас цеплюсь там, без какой-то вот хитрости, изворотливости перед самим собой и другими. Такая вот основательность. Мне почему-то пришло животное слон. Знаете, слоны, они такие большие, такие вот. В то же время они такие вот, ну а что я? Поедаю травку, спокойненько так ходят. Они такие вот, вот энергия слона идет. Такая, если вам вот нравятся такие вот животные, вот мне нравится. Вот энергия слоников прикольная. Угу. Вот так. Дорогие мои, я надеюсь, вы прислушались к этим советам, потому что это вот было вот на этот месяц вроде бы ситуация. Но у меня такое ощущение, может еще туда двинуться. Но здесь вот какие-то прям будут моменты вам показывать в этом месяце. И очень здорово поработать над этим, что я сказала. Угу. Чтобы у вас все развернулось. Не бойтесь. Люблю вас, целую. Ну все. Мы закончили расклад на 3 варианта. Пишите, как вам отозвалось. Все варианты были прекрасными, поучительными и познавательными. И я прощаюсь с вами, мои дорогие люди. Пока-пока. До новых встреч.